Гораздо организованнее оказалось другое мероприятие. Организаторы одной из молодежных групп социальной сети ВКонтакте предложили печерцам выйти на берег реки и запустить в небо китайские фонарики. Правда, они не ожидали, что желающих будет более 1000. Сейчас мы не будем говорить об опасности и законности этого мероприятия. Просто посмотрим кадры без комментариев.